Сотни синхронно приседающих рабочих – не самое необычное зрелище в странах Юго-Восточной Азии, но не на американском Среднем Западе. Еще несколько лет назад в определенных регионах страны программа спортивной разминки была встречена усмешками и ухмылками. Сегодня это уже часть нашей корпоративной культуры. Строительная фирма «Мортенсен» организовала ежедневные спортивные занятия для своих сотрудников еще 20 лет назад. Глава спортивного факультета в университете Маркет Крис Кейзер считает эту идею превосходной. Это позволяет сотрудникам перенести внимание с домашних забот и ежедневных забот на работу, на командный настрой. Как выяснилось, у таких спортивных перемен есть еще один плюс – это повышение безопасности. Группа рабочих устанавливает крышу над новой спортивной ареной в Милуоки. Утренние занятия помогают команде собраться эмоционально и физически перед опасной и тяжелой работой. Любое строительство требует эмоциональной и психической подготовки, поскольку движение на объекте происходит постоянно. Все меняется ежечасно и ежеминутно, и вы должны быстро переключаться и реагировать, поскольку вы не можете знать обо всем, что происходит в каждую секунду. По всей вероятности, зарядка под открытым небом может стать привычным делом для рабочих и в других компаниях США.